я говорю. Руками, зубами, всем, чем можешь ты. Это репетиция кровавой свадьбы. Ни один материал актеры Русдрама не репетировали так долго. Свет, звук, расположение актеров в пространстве сцены должны быть отработаны идеально, чтобы погрузить зрителя в мир спектакля. Работа актеров на сцене сегодня почти сравнима с той, что ожидает администрацию театра в зрительном зале. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции рассадка зрителей будет проходить в особом режиме. Мы предложили капсульную рассадку, с нами согласились. Это значит рассадка группами людей, которые приходят на спектакль. Если на спектакль пришли три человека, мы сажаем втроем. Все, естественно, все строго по билетам. Это очень важно, чтобы зрители понимали, никто их не будет сдвигать, передвигать. Они будут садиться именно на те места, которые будут им проданы. А расстояние уже от других групп людей, либо индивидуальных зрителей, либо парных зрителей, будет уже таким, который обеспечит необходимую социальную дистанцию. У нас зал на 500 мест, мы будем продавать не более 200 мест. Санитарно-эпидемиологическая служба разрешила Русдраму продавать билеты на половину имеющихся мест, то есть 250 из 500. Но Ракли Хендба решил, что для обеспечения максимального комфорта они пожертвуют еще 50 местами. В сегодняшней Абхазии, где практически никто не соблюдает никакие правила, именно театр станет самым безопасным местом. Мы так себя позиционируем, и мы ждем наших зрителей, предлагаем лучшие наши спектакли в июне и в последующие месяцы. Буфет театра и гардероб работать не будут. На входе в холл зрителям будут дезинфицировать руки антисептиком, а ковры и обивку кресел в зрительном зале обрабатывать парогенератором. По словам Ираклия Хинба, эти меры полностью одобрены СЭС. Поэтому ни один из зрителей не должен переживать за безопасность. Сейчас нам главное преодолеть психологический барьер, чтобы люди понимали, что в театре безопасно, хорошо, что сюда надо приходить, что несмотря на все сложности, включая финансовые, это не так дорого купить билет, но прийти и получить те эмоции, которые зритель не получит нигде больше, и получить то удовольствие, которое можно получить только в театре. Театр – это живое восприятие игры актеров, но существует множество телеспектаклей. И если бы не карантин, то, возможно, еще не скоро Русдрам попробовал бы записать сценическое действо на видео. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Русский театр не только создал несколько телеверсий своих спектаклей, но и вышел на один из крупнейших онлайн-кинотеатров. Если не учитывать очень серьезные финансовые потери, которые мы понесли за эти три месяца, я считаю, что мы вышли из этого периода даже, я бы сказал, с приобретениями. Выпустили 9 крупных онлайн-проектов, то есть перевели театр в цифровую сферу. То есть раз у нас нет непосредственного контакта со зрителем, то мы постарались этот контакт сделать хотя бы дистанционным. Сейчас мы подписали договор с онлайн-кинотеатром «Окко». Это впервые в истории вообще, мне кажется, нашей страны продукт, созданный в Абхазии, размещается на таком престижном международном онлайн-платформе, еще и мы подписываем договор с ними. Однако без реального контакта со зрителем театр все равно долго не протянет. По словам Ираклия Хиндба, он во многом надеется, что курортный сезон в Абхазии все-таки состоится. Потому что только стабильно высокие продажи билетов позволят театру выйти из кризиса и развиваться. И если будет курортный сезон, то все будет хорошо. Мы тогда вернемся к привычному режиму. Мы сможем выпустить еще два спектакля, кроме «Кровавой свадьбы». Опять же, это все зависит от наших финансовых возможностей. Если не будет туристов, то мы, наверное, не сможем выпустить больше в этом году ни одного спектакля, вот, кроме «Кровавой свадьбы». Как показала жизнь, у Русдрама много поклонников и друзей, даже несмотря на большие финансовые потери из-за вынужденного простоя, театр смог выжить и даже готовит новый спектакль «Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки, премьера которого состоится предположительно 10 июля. Марианна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.